Всем привет, друзья! У меня на канале Александр Маляр. Сегодня 11 декабря. Как говорится, сводка с полей. Сводка с полей, да? Сводка. Правильно же, да? С полей. Урожайных полей. А у нас с озерных полей. Ну что, рано утро. 10 час уже. Я немножко сегодня задержался. Дома. Надо было к 9, а я к 10 приехал. Но ничего страшного, все равно пол 10 только рассвет был. Пока на заправку заехал, пока масло двигатель посмотрел, уровень тоже долил. Ну вот, мне уже сказали, что у нас сегодня облава. Опять очередная, каждый день у нас облава. Даже Максим сегодня сопровождает налет. Приехало лесничество и преградило нам уже путь на озеро. Они уже готовы тут. Сейчас опять снимает меня. Лесничество перегораживает налет. То есть сказали, видимо, делает свою работу, стоит, снимает, что я его объехал. То есть мне, чтобы в лесу там мусор убрать, вот там он, там в углу, ну, за нашей территорией, чуть дальше, есть проезд на озеро, стоят джипы. Ну, останавливаются. Я там перегородил, чтобы на реку не выезжали. Ну, бесконтрольно. Потому что они якобы с нашей стороны выезжают. Там место такое, походу. Но они стали останавливаться там на берегу и вываливать мусор. Ну что, здорово? Давно не виделись. Что, какая задача? Что, задача расширять спринт? Пожалуйста, не забудь, помнишь, как мы обсуждали? Ретардер сделать сюда, чтобы погасить скорость на финише, чтобы не выезжали. Вот сюда. Понял. И чтобы выезд на старт и выезд со стопа, получается, в разных местах были. Они против, не напротив друг друга. И просьба въезд и выезд на дрифт сделать пошире. На тот случай, если эти умники все-таки додумаются выехать на лед, хотя им, по идее, нельзя на лед выезжать на машинах. Ну, вот условно сделать так, что если вот даже сюда вот батоном перегородить въезд, то чтобы вот можно было объехать, как вот мы сейчас с тобой объехали на съезде. Ага. То есть точно так же все створки, старт, створку еще пошире. И выезд с дрифта, ну, заезд и выезд. Ну, все понял. Так, чтобы, если там стояла машина, чтобы ее можно было объехать. А, ну, вчера, который нарисовали трассу, расширяем, здесь делаем. И там еще в одном месте где-то. Ну, проедемся, наверное, и это, да, еще подкорректируем. Ну, главное, вот ретардер сюда. А откорректировать будем, когда она станет широкая, потому что сейчас непонятно, она же узкая. Едем по одной траектории. Когда будет широкая, траектория будет совершенно другая. Тогда и видно будет. Блин, еще, ребят, вон нам, главное, вон машина стоит, перегородила, да, сзади. Ну, мутно. Сейчас я выйду, наверное, попробую. Какие-то? Да, машины. То есть они же откуда-то заезжают. То есть вот он нам. В этом году снегу не... Блин, руки аж замерзли. Дрожат все. Вот он стоит, нам перегородил. Вон там можно съехать от ихнего поселка. Блин, сейчас я не увеличиваю, это у меня много. Короче, одна машина стоит, вторая. Там, походу, снегохода 3-4 стоит в одном месте. И еще где-то вон там, по-моему, вон под лесом стоит машина. Ну, здесь рыбаки. Здесь рыбаки вот. Здесь вот они сидят, рыбаки. Машины стоят вон там, где. Вот этот домик, а вот здесь вот пирс. И вот в этом месте мусорка, свалка, и, ну, машины, соответственно, останавливаются, и, блин, руки замерзли, дрожат.
Ладно, вот такая сводка с полей сегодня, с боевых полей ледового автодрома. Давайте всем удачки. Погнали работать. Погнали мы работать. Да.